Новые нормы беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС вступили сегодня в силу. Решение было принято ЕЭК в конце прошлого года. Согласно документу, до 2021 постепенно лимиты будут снижаться. Как это будет работать? В течение этого года можно беспошлинно ввозить личные товары на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50 килограммов. А через 3 года сумма не превысит 500 евро и вес 25 килограммов. Впрочем, снижение лимитов не касается авиабагажа. Для пассажиров самолетов, как и прежде, 10 000 евро и не более 50 килограммов. Кроме того, страны на национальном уровне могут вводить и более жесткие нормы беспошлинного ввоза. Главное, чтобы они не превышали общий союзный уровень.